Друзья, всем привет! Я Анатолий Климович. После просмотра задания на пятый день тренинга на тему выбора главного направления монетизации, я из трех предложенных на выбор Артемом Мельником направлений монетизации выбрал два главных направления монетизации своего канала. Первое – это реклама от Google. И второе – это направление партнерские программы, связанные с обзором каких-либо продуктов или услуг с целью их продажи. Выбрал я эти два направления, потому что они для меня являются более простыми и доступными. И выбрал также с учетом того факта, что я не являюсь предпринимателем, не имею своего бизнеса и не планирую продавать собственные продукты. Правда, у меня нет опыта работы и с партнерскими программами, но я буду учиться, буду стараться. Всем удачи, успехов в обучении. Пока!